Сильный дождь, обрушившийся в последний день рабочей недели на Владивосток, осложнил ситуацию на дорогах города и вызвал перебои в энергоснабжении. Подтоплены седанка пограничная Яманская нефтеветка Фадеева-Воропаева-Калинина. На Океанской разлилась Черная речка. В районе моста, который ведет от улицы Шевченко к улице Яблоневой в районе трассы на Шамару, вынесло множество бревен и образовалась плотина. Также из-за сильных дождей в аэропорту Владивостока затопило парковки, две пожарные машины откачивали воду. Затопило и район стадиона «Динамо», вода зашла в магазины и бары. А улицы Давыдова и Русскую можно назвать одними из самых пострадавших в городе. Местные жители сообщают, что во дворах по пояс воды и она даже в подъездах. Из детских садов эвакуировали детей. Также в образовавшихся в городе водоемах утонуло несколько машин. Сейчас вода уже постепенно уходит, открываются проезды, в городе начинают устранять последствия. Сотрудники МЧС откачивают воду из придомовых территорий, многоквартирных и частных домов, социально значимых объектов. А дорожники Владивостока убирают сходы грунта, поваленные деревья и прочищают сети. Очевидно, что город столкнулся с одним из самых серьезных затоплений за последние годы.